В День Победы по улицам Ярославля пройдет «Бессмертный полк». Так называется акция, посвященная ушедшим из жизни ветеранам Великой Отечественной. Каждый год к вечному огню в Ярославле приходят сотни участников войны, а также труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. К сожалению, их становится все меньше, а значит, сохранение памяти о каждом становится все более важным делом. В этом году одно из центральных событий Дня Победы – акция «Бессмертный полк». Стать ее участником может каждый ярославец. Для этого необходимо узнать биографию ветерана Великой Отечественной и подготовить транспарант с фотографией своего родственника с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография утрачена, то транспарант может содержать только личные данные. Из участников акции сформируют колонну. Чтобы ушедшие навсегда смогли снова встать в строй, нужно обратиться в Управление по молодежной политике мэрии Ярославля.